Девчоночки, девочки, всем привет, всем доброе утро. Так вот сделаю поближе, чтобы было видно. Ну что, девочки, поболтаем, да? Поболтаем на тему, что мне хочется носить вот в месяце январе. Он у нас такой какой-то дождливый, такой какой-то противный вообще. Были морозы, сейчас опять какой-то дождь. На улице, знаете, вот просыпаешься там с утра, да, пьешь какой-то кофе, чаек. Потом, ну, встает часов 11-12 дня, смотришь в окно, а такое чувство, что вообще 5-6 часов вечера, понимаете, темнота. Вообще погода жесть. Поэтому я вот своими парфюмками наслаждаюсь, радуюсь, поливаюсь, то, что меня радует. Давайте покажу, что я... давайте начну с такого вот парфюмчика Chloe Nomade. Получила комплимент буквально когда? Позавчера. Ну, в общем-то, набрызгалась так хорошенечко, полилась, пошла, зашла в лифт, потом зашел еще мужчина на 5-м этаже и говорит: девушка, вы так приятно пахнете, это что, говорит, малина, представляете? Я говорю: мужчина, а вы что, из-за маски слышите даже аромат? Он говорит: да, очень приятно, когда вот так вот, говорит, заходишь в лифт и там так пахнет. Я говорю: спасибо, но это не малина, это персики. То ли личи, то ли персики, что-то вот такое. Ну, такое вообще вкусное. Представляете, через маску человек почувствовал и сделал мне комплимент. Ну, вот этот вот Chloe Nomade, он у меня получал уже комплименты и в прошлой зимой тоже. Вот, тоже, кстати, от мужчины. Поэтому такой клевый ароматик. Вообще, я вот сейчас думаю, может, мне еще Intense купить. Вот новинка, да, по-моему, была, вышла в прошлом году уже, в 20-м. Короче, может быть, ее куплю. Дальше, девочки, ношу еще такой вот парфюм от Killian Playing with the Devil, игры с дьяволом. Он у меня, видите, в таком вот некрасивом флаконе. Я, ну, это давно этот парфюм был куплен, поэтому я уже не покупаю больше вот в таких вот бутылочках, баночках. Я покупаю в красивых флаконах для меня, потому что играет роль флакон. Это тоже, девочки, аромат о персиках, о таких вот сочных, прямо таких красивых персиках, о цветах. Он очень яркий, он очень насыщенный, он очень так переливается. А мне муж тоже, кстати, говорил, что он очень яркий, очень такой заполняющий всю машину, потому что я когда вот надушусь, потом сажусь в машину, говорит: боже, вся машина тобой пахнет. Ты, говорит, ушла уже, вышла, а твой запах еще остался. А вот, представляете, то есть он такой тоже конкретный. Ну, Киллиан, они, вы знаете, вот у Киллиана, у него все ароматы такие, даже самые какие-то простые, самые легенькие, да, которые он выпускал, какие-то версии фрешевые, да, такие легкие, они тоже, они такие насыщенные просто. Дальше, девочки, наслаждаюсь своей пятерочкой, лед тоже поливаю, сплю в ней. Так мне нравится с ней спать вообще. Вот я вот на ночь себе наношу полностью, да, вот там на шею, на волосы, на руку, и мне так классно, вообще так комфортно. С утра просыпаюсь, и такая легкая сладость еще вот слышу. Очень классный аромат. Я очень рада, что мне муж его подарил на Новый год. Вообще супер. Что еще, девочки? Продолжаю носить Serge Lutens Baptême de Fieux, потому что я уже говорила, что для меня Serge Lutens это вообще такой как рождественский, да, праздничный парфюм, так как он у меня ассоциируется с глинтвейном, с какими-то вот этими ярмарками рождественскими, да, с праздниками, с огоньками, с елками. Он такой густой, он такой насыщенный, он такой как крепкий, терпкий чай, как глинтвейн, как какой-то, знаете, такой как колдовское зелье. Моя мама говорила, о, говорит, колдовское зелье прямо вот. Такой вообще очень красивый, очень, я очень его люблю. Мы тоже там у Serge Lutens еще есть некоторые ароматы, которые мне нравятся. Но вот новинка, там у него вышел новый парфюм в 2020 году, посвящен розе, там ладан, по-моему, я не помню, как он называется, но он мне совсем не понравился. Он какой-то там, я не знаю, там прям... Один сплошной ладан и роза такая, знаете, как сухая, засушенная. Ну, в общем-то, это на любителя. Ну, как бы, кому-то он, может быть, нравится, но для меня он какой-то прям слишком. Дальше, девочки, давайте вот так вот подвину наперед. Доротеечка моя. Доротеечка, Контес Доротея, тоже совушка. Тоже считаю, что это такой зимний, праздничный, потому что ассоциация с ним всегда застолье, какие-то булочки, какая-то кондитерская, да,
Вот буквально вчера, кстати. Почему я его сегодня достала? Потому что вчера мы с сыном пошли в кондитерскую, покупали булочки. И когда вот я зашла в кондитерскую, и там был такой запах, я пришла домой и сразу говорю сыну, вот, говорю, у меня есть такой парфюм, похожий, как пахнет в кондитерской. Я сразу же его достала, потому что мне захотелось. Но он, я не знаю, кому-то он не пахнет кондитерской, но мне он пахнет таким каким-то имбирным пряничком, какими-то булочками, выпечками, чем-то таким сладеньким. Вот он для меня такой тоже согревающий, теплый, уютный, вкусный. Под него хочется надеть плед, укутаться пледом, да, сесть, включить какой-то красивый фильм. Вот, и пить горячий чаек и вот себя этим парфюмчиком расшить. Очень такой уютный. Дальше, девчоночки, конечно же, давайте тоже так вот наперед сделаю, чтобы было красиво, да. А вот такие у меня есть два красавчика. Poison Girl от Dior Unexpected. Парфюм и вот такая вот, ну, как мазилочка, да, за ушки мазать. Вот, ну, как бы два. Я вместе их, кстати, ношу. Вот этой мазилочкой мажу себе за ушки, а парфюмчиком просто. Это тоже, это такой красивый имбирь. Цитрусы какие-то тоже, как печеньки для меня, вкусный, сладкий, теплый, уютный. Я очень много получала на него комплиментов прошлой зимой, когда еще до карантина ходила на курсы. Очень-очень меня часто его носила, и меня тогда часто спрашивали, что-то такое вот такой вкусный, сладенький вообще, уютный, супер. Вот тоже буду его носить. Дальше, конечно же, продолжаю носить Amouage Crimson Rock. Это вообще я уже говорила, да, что Amouage для меня какую-то как точку поставил. Мне кажется, что лучше него ничего нету. Вы знаете, мне даже муж вчера сказал, вот мы ложились спать, он говорит, слушай, ты, говорит, я уже твой вот этот вот Amouage, он, говорит, меня преследует. Я говорю, в смысле? Он говорит, я сейчас ложусь спать, и вот у меня, говорит, подушка, постель, ты вся пропитана этим Amouage. Представляете, вот... Вот я заметила такую штуку, что когда носишь аромат больше, чем 3 дня, он правда, вот как, знаете, вот как кремом мы мажем торт, он пропитывается, также парфюм, он пропитывается во все, в кожу, в волосы, я не знаю. Ты вроде как принимаешь душ уже, да, потому что я человек, который, я принимаю душ каждый день. И мне кажется, оно все смывается, но вот как говорит мой муж, и говорит, ты этим Amouage, говорит, уже все заполнила, и кровать, и постель, и все на свете. То есть вот такой вот тот парфюмчик. Пахнет вишней, стал еще больше пахнуть вишней, потому что мне уже и сын, и дочка вот говорят, что мама, ты пахнешь вишней, вишней. Я думаю, блин, я же вроде Lost Cherry не ношу эти дни, а потом я думаю, это, наверное, Amouage. Вот он отдает, правда, здесь такая роза с малиной, с ветивером, с деревяшками, и вот оно все, видимо, делает такую вот как кальянную вишню, дымную вишню. Очень, очень классный вообще. Дальше, девчоночки, конечно же, продолжаю носить свой Grèche d'Or. Вот, это вообще, это для меня прям, я уже рассказывала, да, я очень люблю этот аромат, он для меня какой-то особенный. Он очень красиво звучит тоже и в холодную погоду, и в жаркую я его носила. Вот, и мне даже муж говорит, вот ты опять? Говорит, я же тебе сказала его на улицу не надевать. Представляете, вот он мне не разрешает. Один-единственный парфюм, который он мне не разрешает носить его, это самое, в люди. Говорит, он очень яркий, он очень какой-то сексуальный, очень такой какой-то прям вообще. Вот, и, девочки, еще, конечно же, вот сегодня, вот сейчас вот я с утра встала, нанесу на себя делиночку, это тоже. Мне кажется, что самый красивый ладан с цветами, это в делине, да, я люблю ароматы с ноткой ладана, но есть ладан, который вообще не дает дышать, он прям держит за горло вообще, как бы, прям такой церковный ладан, я такого не люблю, я люблю ладан, когда он с цветами, когда он немножко с какими-то фруктами, вот такой вот, вроде бы ладан и вроде бы нет, вот здесь пионы, сличи с ладаном, вот аромат вообще для меня идеальный, он в меру сладкий, он в меру с кислинкой, он в меру цветочный, он в меру женственный, он в меру ладанный, такой смолистый, то есть это вообще аромат такой, знаете, как играет с вами, то приходит, то убегает, вообще супер. Вот такие вот, девчоночки, парфюмки буду носить в январе, буду себя согревать этими ароматами. У нас продолжили карантин до конца января. Но у нас, вы знаете, по крайней мере, вот у меня магазин, в который я хожу,
можно звонить по телефону, заказать, что вам надо, и потом пойти забрать, заплатить денежку, забрать. То есть, как бы, вроде бы оно все закрыто, но вроде бы как оно все и работает. Поэтому, девчонки, я всем желаю хорошего дня. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. Всех люблю, всех целую. Всем пока!